Всем привет, дорогие зрители этого видео. Привет, мои любимые подписчики, моя любимая команда Faberlic. С вами Кононова Аня и видеооператор Кононов Антон. Всем привет. Вот, сегодня я бы вам хотела показать новую коллекцию. Новинки этого уже каталога 16-го. И рассказать свое мнение о них. Ну, во-первых, они все практически большемерки, на мой взгляд, потому что, ну, как вы видите, платье 50-го размера на мне очень сильно, как бы, ну, грубо говоря, оно мне великовато, и мне лучше бы, конечно, заказать 48-й, скорее всего, размер. Длинновато, великовато. Сзади, как вы видите, есть такой разрез, но само платье, оно очень стоящее. Сейчас на мне платье, которое я заказала свекрови, маме мужа. И это платье поедет к ней. Она уже его приезжала, померила, но она торопилась. И уже уехала домой. Поэтому вот это платье я демонстрирую сама на себе в этот раз. И как вы видите, я бы с удовольствием заказала бы даже 48 размер. Потому что вот оно слишком, слишком свободного кроя на мне. Да, то есть я чувствую, что на размерчик бы меньше его. Может быть, оно больше мерит не на 2 размера, у нее 52, но на пол размера, на размер больше оно точно есть. Ну вот, как бы на мой взгляд. Вот, смотрите, какое оно вблизи. Очень даже симпатичное платье. Антон, видно, да? Да. Да, какое оно вблизи. Рукавчики очень красивые, симпатичные такие, классные. Тут пуговка, запасную пуговку. Антон, покажи, пожалуйста, на камеру. Вот такая вот запасная пуговка в нем идет. Да, то есть молния идет практически до самой попы, я так понимаю. Ну и как вы видите, вот эта ткань, она делает темно-синее платье довольно-таки красивым, довольно-таки изящным. И скрывает все недостатки, потому что такая рельефная ткань. И там вот еще, как вы видите, есть такой вот подъемничек, который, в принципе, хорошо тянется. И само платье тоже очень хорошо тянется. Но в обтяжку я его вам, конечно, не советую носить. Антон, как тебе данное платье? Темновато? Ну, да, оно темновато, во-первых. Ну, во-вторых, да, оно тебе великовато на спине. Когда ты двигаешься, видно то, что оно тебе великовато. Угу. Вот, но я бы, наверное, не отказалась от такого платья, но 48 размер. Мне кажется, что оно отлично смотрится. Сейчас на мне, во-первых, как вы видите, сумочка от Faberlic отлично сочетается с данным платьем. Да, как вы видите, классно. Да и это, в принципе, тоже неплохо сочетается. Ну, черный с красным — это стандартные цвета, которые не сочетаются в любых случаях. Да, да. То есть, как бы симпатичные очень две сумочки. Я себе обе оставила, честно скажу вам. Они еще идут на замочке. Да, то есть вы это можете отстегнуть, пристегнуть, можете носить, да, то есть на плече. Ну, это как клатч. Да, как клатч, но очень вместительный, классный клатч. Сюда войдет легко и кисточка, и наши тени какие-либо, да, то есть и парфюмерная водичка, даже 30 мл легко, и просто сюда поместится. В общем, такой добротный, классный клатч. Далее, что хочется рассказать. Я сейчас нахожусь в платье, которое мне не очень нравится, потому что оно тоже получается большемерка. Видите, как бы оно отлично тянется, оно симпатично. Красный цвет мне всегда шел, и я очень люблю красный цвет, красное платье. Поэтому как бы мне очень нравится, что тут все закрыто, прикрыто, но это платье мне нужно на размер поменьше. Вот как вы видите, вот он, видите? Но он еще, да, оно же тянется еще, да, задняя ткань. Оно не растянется, потому что оно мне просто велико. Оно приталенное, все ниже колена, если на размер, да, то есть, как вы видите, подчеркивает недостатки фигуры, ткань тонкая, но отлично тянется, то есть вам тесно никогда не будет. Это во-первых. Во-вторых, вот тут самый главный недостаток этого платья, вот эти вот пайетки. Пайетки, да, спасибо. Вот эти вот пайетки, они загнуты сюда. И, честно, каждый шаг — это больно, это царапает ногу даже через капроновые колготки. Вот это действительно прям огромный минус. И я даже не буду пытаться заказать платье на размер меньше, потому что пайетки действительно очень сильно царапают ноги при ходьбе. И я удивилась, что такое вообще может быть. Да, то есть мне кажется, что это
просто лишние, при ходьбе царапается. Но может быть, потому что шов вот этот вот снизу я еще не распорола. Скорее всего из-за этого. Ну, как вы видите, спину дует, потому что оно мне великовато, да. И получается и в бедрах, и везде. И бедра, они, конечно, тут покроены намного ниже, чем они у меня. Ну, ты же на маму это заказывала. Нет, это 50-й размер, я заказывала для себя померить. Маме я заказывала вот синее платье, а это я заказывала как бы себе примерить, потому что красное я очень люблю. И мне понравилось, как оно в каталоге смотрится, да, то есть берите на размер меньше, как минимум, потому что это большемерка, я не могла похудеть за Бали, за отдых, я не могла похудеть, потому что я вставала на весы, и я видела, что на весах ничего не поменялось, нет ни плюса, нет ни минуса. Итак, ну мне сейчас платье для женщины, артикул 521-202, цвет красный, размер 50, состав вверх, идет ткань 1, полочка, 100% полиэстер, ткань 2, идет спинка, рукава, это 95% полиэстер, 5% эластан, подкладка 100% эластан. Так, подкладка. А, да, тут еще идет подкладка, просто она вшита, да, то есть вот он тут еще двойная ткань спереди, да. Ну вот, знаете, пока я крутилась два раза, вот с этой стороны точно пайетка зацепилась за колготку. Тут ни одни колготки не выживут вот с этими пайетками внутри. Вот хоть что делайте, нет. То есть, если ходить, то без колготок. Угу, это не дело. А без колготок просто все ноги будут исполосованы, Антон. Это больно, это правда больно, мне не понравилось. Вот это вот ощущение действительно очень не понравилось. Неудачно только вот то, что оно большемерит, да, само по себе платье крутое. И вот эти вот пайетки, которые царапают, действительно не слабо царапают ноги. Вот. Сейчас на мне то платье, которое я ждала больше всего, но, как вы видите, оно опять-таки на полразмера мне большемерит. Вот, мне кажется, что вся коллекция это большемерок, и очень даже такой, что если вы размер 50, то вам нужно брать размер 48, не больше, потому что, как вы видите, хотя спина не топорщится, но великие рукава, да, то есть тут вот тоже очень много всего, на самом деле платье должно звучать вот так вот. Да, вот так вот, и рукава чуть меньше. И если вы возьмете на размер меньше, то у вас и длина платья будет чуть-чуть покороче. Антон, видно длину платья? Да, да, видно. Да, смотрите, платье суперское, очень мега качественное, просто великолепное. Да, то есть рукава выполнены очень красиво. Видно? Да, да. Узорчики все. Рукава выполнены прям безумно красиво. Цвет суперский, такой изумрудный, хороший. Ну просто, вот, видите, оно просто велико. Да, то есть талии не приталивают. И цвет просто очень приятный. Тут, конечно, нужна другая висенка, не обычная золотая цепочка, а что-то вот такое вот подлиннее. И, может быть, какой-то поясочек, да, можно даже тоненький лакированный поясочек. И будет очень красиво. Ну или обычный черненький. Низ изделия, да, вот видите, выполнен такими вот узорчиками. Я думаю, вам видно будет, да. Очень красивые узорчики, просто безумно классные. Подкладка. Так, аннотацию я не зачитала. Подкладка тоже суперская. Все как бы без всяких нареканий, но опять-таки на полразмера больше, чем нужно. И я хочу сказать, что, блин, я расстроилась, я ничего себе не оставляю, кроме маминого платья. У мамы платье темно-синее, размер 50, она 52 размер, и ей очень хорошо подошло это платье, потому что вся коллекция большемерок. Так, я говорила или нет? Не говорила, да? Сейчас на мне трикотажное платье для женщины, цвет зеленый, размер 50, а состав 60% нейлон, 40% вискоза вверх. И подкладочка 100% полиэстер. В нем хорошо дышится, оно не, как даже сказать, не электризуется, к ногам не прилипает. Просто суперское, классное, великолепное платье, которое, ну вот на полразмера, может на размер, мне великовато, как видите. Но платье просто огонь, такое зеленое, насыщенное, изумрудное. Просто очень мне нравится. Я его буду заказывать на размер уже меньше, но не буду уже про него снимать обзор.
Дальше, чтобы мне вам хотелось показать, да, то есть с нашими сумочками оно тоже смотрится здорово, да, как вы видите. Тоже великолепно, сумочки такие классные, хорошенькие. Вот обе, причем вот это, наверное, даже будет получше, и ремешок какой-нибудь черненький, да, вот сюда. И вообще вот просто будете шикарно смотреться. Вот дальше мне бы хотелось показать туфли, которые меня очень просили показать. Я их сняла просто как на столе обзорчик. Вот очень хорошенькие туфельки, они идут размер в размер, не большемерят, не маломерят, и я вам скажу больше, у меня стопа, пусть она и 37 размер, но я заказываю 38, потому что широко, и она мне не сильно вот длинна, то есть туфли идут размер в размер просто идеально, да, то есть видите, мне чуть-чуть вот немножечко бы поменьше модельку, да, в плане, что покороче. Но у меня широкая стопа вот тут вот, и начала вот в этом месте подрастать косточка. Вот, и поэтому мне просто все очень-очень нравится, никаких нареканий к обуви нету. Вот, и точь-точь такие же, сейчас я вам покажу, туфельки, скорее всего, не буду их одевать, но раз обещала, я покажу. Вот такие вот туфельки тоже очень красивые. Я их себе 100% оставляю, да, то есть, видите, они один в один одинаковые, просто разные, да, немножко. Они тоже очень красивые, очень симпатичные, стоящие, великолепные. Просто никаких нареканий к ним нету. Значит, у бежевых туфелек артикул у нас идет 884-806 в 38 размере обе пары. Не больше мерят, не мало мерят. Все просто идеально. Вот. Вот сейчас на мне, значит, туфельки на возврат. Почему? Потому что они мягкие, они классные, они как чешечки, они очень красивые, симпатичные. Мне не устойчивые, кстати, очень даже устойчивые. Все отлично, все замечательно, но вот вторую туфельку я не смогу, к сожалению, примерить. Тут что-то вот торчит такое, что прям очень сильно колет ногу, впивается, и это просто невозможно вытерпеть, дорогие мои. Скорее всего, тут просто вылез клей, это брак, но я уже показывала это в крупном плане, но этот брак, он очень длинный, тут по всей идет поверхности. Просто, скорее всего, поменяю на размер меньше. Ой, на другие я подпишу, что тут брак очень колется. Вот, и в прошлый раз, когда я их померила, я порвала капроновую колготку сразу, потому что я не заметила, одела, у меня сразу впилась вот эта штучка в ногу и поехала стрелочка. Поэтому я не буду мерить вторую, но туфельки довольно-таки красивые. И честно вам скажу, чтобы мне в туфлях какой-то попался брак, это, наверное, первый или второй раз. Второй раз, наверное, потому что дочке как-то раз попались туфли младшие, да, розовые. Пришли обе туфли на одну ногу, обе правые, да, то есть и вот сейчас второй раз. Ну, я думаю, это ничего страшного, просто в магазине такие проблемы их устраняют. А наши, грубо говоря, привозят и сразу же с производства нам отправляют, да, то есть вот поэтому и встречается такое. Буду перезаказывать на другие, посмотрите, потому что в них вообще не только не чувствуется каблук, они мягкие, они удобные, они классные, в них просто великолепно чувствует себя ножка, они не спадают с пятки, да, то есть, ну, я походила в них немножко. Просто суперские туфельки, поэтому вот я их вам показываю, когда я перезакажу и придут новые уже, я не буду вам снимать уже обзор, что все отлично. Вот, поэтому вот так вот, пока вот так. Значит, это туфельки артикул 884-777. Просто красота. Ну что ж, дорогие мои, с вами была Кононова Аня, оператор Кононов Антон. А в целом хочу сказать вывод, что коллекция качественная, суперская, но большемерит. Все вы знаете, что у меня у дочки размер 46 попы, но мы заказали 44 платьишки, и белые мы все-таки оставили. А темные мы все-таки отправили на возврат, потому что оно вот попу обтягивает. Может быть, те два платья, они действительно не маломерки, не большемерки,
проверки. Может быть, Кате надо было заказать и 46 размер, и тогда попу не дуло, все было бы красиво и здорово. А в этих же платьях, как вы видите, они мне, к сожалению, велики. И я точно не худела, это 100% я не худела, поэтому я это платье буду перезаказывать на размерчик меньше. А туфельки я буду перезаказывать на другие. И вот эти две пары туфлей я уже точно оставляю. Антон, видно туфельки? Ну, только в зеркало, если. А, понятно. Вот эти две пары туфлей я точно оставляю. А вот эти вот туфельки я просто поменяю на другие, чтобы вот тут вот этот клей, которого практически незаметно, просто чтобы не торчал, чтобы было все удобно. Очень хорошенькие туфельки, просто так их носить, классно даже в магазин сходить, да, там летом. Уже будет очень-очень шикарно, очень круто, да, со следочками одеть и сходить. Очень мне понравились они. Даже я не могу сказать, что они праздничные. Для меня они будут просто, знаете, такими повседневочками. Аккуратными, удобными чешечками. Потому что не чувствуется ни каблук. Взъем идеально сел именно на мою ногу. Они очень удобные. Да, то есть и вот эта пряжечка как-то вот добавляет изыска, что ли, да. Ну, вот, в общем, так. Вот мое мнение такое, что красное платье на возврат, синее платье на маме отлично село. А вот это платье я поменяю и закажу себе новое. Оно действительно шикарное, оно действительно классное. Я очень люблю, когда платье без декольте, чтобы вот это все не вываливалось, чтобы вот это все не показывать. Вот, очень красиво, очень здорово. И просто шикарно, просто великолепно. Я обожаю кружево, а такое шикарное кружево, это вообще будет здорово. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых интересных видео. Я сняла много обзоров по пустым баночкам. Всех целую.